В Лобне единый день проведения занятий для сотрудников полиции проходит два раза в месяц. Тему продолжит Наталья Лопатина. Помимо новых нормативных правовых актов, в рамках единого дня проведения занятий защитники правопорядка уделили время и более приятным вопросам. Мы представили выпускников высших учебных заведений системы ОВД, которые к нам ежегодно приходят. Сегодня мы в торжественной обстановке поздравили их с вступлением в должность. На должность дознавателей отдела дознания назначены лейтенанты полиции Яна Варчак, Валерия Полькина. На должности участковых уполномоченных полиции назначены лейтенанты полиции Василий Саркачев, Алексей Дьяков. На должность следователя следственного отдела лейтенант юстиции Дмитрий Овечкин. Также личному составу отдела представили нового начальника ОРЛС, старшего лейтенанта внутренней службы Клима Сухарева. Начальник ОМВД по городскому округу Лобня полковник полиции Валерий Воропаев поздравил новых сотрудников с назначением и пожелал честной службы. Наталья Лопатина, Алексей Бойко, Александр Михайлов, телекомпания Лобня.